Еще один самолет в 72-м масштабе из серии Warbird Collection. Это Supermarine Spitfire МК-1. Стандартная коробка для этой серии. Артикул 60-748. Показаны краски, которые используются. И в отличие от большинства, наверное, моделей, мы видим уже собранную модель на коробке непосредственно, что, в общем-то, как-то не для Томии не естественно, что ли. Такой пакетик, в котором лежат все детали. Также инструкция и декаль. Сейчас мы пакетик откроем. Посмотрим с вами, что же там внутри нас ждет. Внутри этого пакетика. Вот, смотрите, три варианта остекления. Давайте я приближу. Три варианта фонаря. Два варианта передней части, три варианта задней. Так. Да, ну и вот большой литник. Инструкция. Напоминаю, что это был обзор модели 72-м масштабе, содержимого коробки Supermarine Spitfire МК-1 фирмы Томия, Япония.